Че, всем привет! Выходной. Отвез жену на покраску волос, на стрижку. Заехал позавтракать себе взять. Бургер Кинг кофе. Очень вкусно, ароматный. Блин, жаль, запах не передается. Вкусный кофе. И что я взял? Я себе взял чебуреки. Здесь во Фрязино очень вкусно готовят чебуреки. Там есть одна палаточка. Она уже много лет. Я не знаю, их две, наверное, всего там на город. Где вторая, я не знаю. Вот такие вот готовят чебуреки. Сейчас покажу. Вот они, огромные просто. Стоят 70 рублей. Еще они очень вкусные и хрустящие. Вот такой сегодня у меня завтрак. Потом надо будет попить. Очень вкусно. Еще попробую показать. Видно? Вот такие вот чебуреки. Очень вкусные, хрустящие. Прям пышат. Самые вкусные. Еще и с картошкой, грибами, с курицей. И с говядиной, баранина. Не свинина, говядина, а баранина, говядина. Но я все пробовал, самые вкусные оказались. Вот эти вот вкусняшки. Поэтому так, всем приятного аппетита. Кто чем завтракает, скажите. Блин, сколько здесь сыра. Блин, он, наверное, не покажет, да? Ну все, приятного аппетита всем.